الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله мы с вами сегодня продолжаем изучение книги «Великие достоинства Корана». И название книги говорит само за себя, да, о чем она. Мы остановились с вами на интересной теме, в принципе, как и все темы здесь. Это перед величием Корана раскололась бы даже гора. С чем связано такое название? Да? Хотя здесь эта глава такая небольшая, несколько строчек, но это связано с тем, что в Коране именно эта мысль присутствует. Да? То есть Всевышний Аллах сказал, да, и вспоминаем, что когда мы говорим какую-то, ну, скажем, цитату на русском языке из Корана, то имеется в виду перевод смыслов, конечно же. Да, потому что перевод это не является Кораном как таковым. Итак, Всевышний Аллах сказал, если бы мы не спослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. То есть из-за мудрости тех слов, величия Корана, да, слов Аллаха Субхана ва Тааля, гора раскололась, да, раскололась бы, увидев это. И перед страхом, да, или как от страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. При этом мы видим, что многие люди, несмотря на всю эту милость, которую Аллах Субхану ва Тааля ниспослал нам посредством Корана, да, то есть как бы Коран — это слова Аллаха Субхану ва Тааля, и мы находим в нем как и приказы, так и запреты, как какие-то советы, которые руководство, да, по жизни семейной, руководство по каким-то делам, можно сказать, да, руководство, которым мы следуем во времена радости, во времена печали, да, и в разные ситуации жизненные. При этом люди небрежны, да, к следованию этому руководству. Они часто ищут что-то далеко, да, хотя это руководство уже, альхамдулилля, у них в руках, да, уже близко. И многие ищут ответы в каких-то других местах, хотя этот ответ уже очевиден и имеется, да, уже у них. Поэтому следует обращать внимание, да, на то, какую милость Аллах Субхану ва Тааля послал нам. И как бы пример здесь с горой, да, что даже гора, что если бы мы не спослали этот Коран на гору, то есть гора бы что сделала? Да? Она бы раскололась от страха перед Аллахом. Да? При этом люди, ну, небрежны, беспечны и не следуют этому руководству. Следующую главу, которую мне хотелось бы с вами разобрать, да, мы назовем, или здесь уже есть это название, Коран — завеса между верующими и неверными. Всевышний Аллах также сказал,
когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. Субханаллах, этот аят многие не понимают силы и мощи его смыслов. Да, то есть его смыслов. Мы видим, что здесь есть призыв к чтению Корана. Да, если, когда ты прочел Коран, то есть, значит, имеет место быть чтение Корана. И какие же последствия, да, или какой же результат этого? Это то, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь. Да, то есть встает как бы таких два, ну, противоположных, можно сказать, лагеря, да, в котором вы, да, то есть мы охраняемые Аллахом Субхана ва Тааля, да, и тех, кто не верит в последнюю жизнь. И тех, кто не верит в последнюю жизнь. И как же велика милость Аллаха Субхана ва Тааля. Да, то есть Аллах говорит о том, что воздвиг между верующими и неверующими в последнюю жизнь невидимую завесу. То есть есть завеса, которая ограждает, которая охраняет, но при этом она невидимая, да, это не является какой-то стеной, которая видима, да, людям. Она невидимая завеса. И в этом тоже есть мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, когда была ниспослана сура, да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул, не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел, он попадет в пламенный огонь, жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетенная веревка из пальмовых волокон. Да, то есть, когда была ниспослана эта сура, то есть Масад, здесь перевод дается смысл. Пришла Аура Ум Джамиль, жена Абу Лахаба. Да, то есть как раз про нее здесь и говорится. Пришла жена Абу Лахаба, крича от злости и держа в руке камень, говоря при этом в стихотворной форме: «Явился к нам, заслуживая упрека, религию его мы отвергли, и веление его мы ослушались». В это время посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сидел с Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. И Абу Бакр сказал: «Эта женщина идет к тебе, и я опасаюсь, что она тебя увидит». На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине она не увидит меня». После чего стал читать Коран, оберегаясь им, как сказал Аллах: «Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу». Она подошла к Абу Бакру, не видя при этом пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала: «О Абу Бакр, до меня дошло, что твой друг меня порочит». На что Абу Бакр сказал: «Нет, клянусь Господом Каабы, Господом Каабы, он не порочил тебя». Тогда она стала уходить, говоря: «Поистине, курайшиты знают, что я дочь их господина». Да? То есть мы видим здесь этот хадис, назвал Ибн Хаджар, назвал иснад хадиса хорошим, да, и также есть носки, где его можно прочитать. То есть если мы посмотрим внимательно на содержание этого хадиса, да, то есть Абу Бакр опасался, да, то есть он видел, что, так сказать, надвигается женщина,
агрессивно настроенная к подходит, да, или как бы идет к нему в поисках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, у нее есть какие-то определенные претензии, да, к нему, и при этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спокойно понимает, да, что Аллах, субханаху ва тааля, его убережет. Почему? Потому что в Коране Аллах, субханаху ва тааля, что говорит? Что когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. То есть это идет как такая преграда, да? Конечно же, по воле Аллах, субханаху ва тааля, да? Которая защищает, да? Которая защищает. То есть он прочитал этот аят и как бы полностью доверяя, да, веря в смысл этого аята, понимает, что Аллах, субхана ва тааля, его защитит. И так и произошло. Да? Она его, в принципе, даже как бы не увидела. Казалось бы, такое чудо удивительное. Но на самом деле хочу сказать вам, что этот аят, ну, мы видим здесь, да, такая ситуация, то есть какая-то ситуация, ну, такая, которая грозит, ну, какой-то опасностью, да, или проблемой, когда человек неверующий хочет причинить какое-то зло, например. И тоже я знаю не понаслышке, да, как бы от близких людей, кто в каких-то ситуациях, вот таких, не то что конфликтных, да, а когда может быть ожидание какой-то несправедливости. В частности, например, каких-то дорожных, да, например, на дороге, мы знаем, когда там могут стоять несправедливо, что-то штрафовать или еще что-то. Когда читали это дуа, субханаллах, да, то есть такая ситуация, когда могут быть какие-то несправедливые отношения. И когда, ну, вот очевидно, да, когда останавливают людей, даже в сопровождении, которые едут, так сказать, группа машин, их останавливают, а человека, кто читал этот аят, как бы в виде дуа, да, как бы обращение к Аллаху субхана ва тааля, чтобы он, ну, как бы его не заметили, так сказать, не причинили ему вреда, вот оно работает, да, то есть субханаллах, Аллах субхана ва тааля дает эти обещания, и если мы искренне доверяем, потому что некоторые думают, ну, что я тут прочитал, оно как-то вот мне все равно там, да, ну, возможно, в этом и было благо, да, то есть вы не знаете, в чем благо, потому что иногда именно в том, что мы думаем, что это не благо, на самом деле это и благо. И часто, наверное, у многих так случается, что уже по истечении какого-то времени, да, та ситуация какая-то, ну, неприятная, иногда даже трагическая ситуация, да, она на самом деле переосмысливается и понимается, что это, ну, в этом есть тоже какая-то определенная мудрость. Иногда мы до конца ее не понимаем, и в этом и есть благо. Да, так что вот мы видим один из аятов, да, который, ну, можно сказать, его достоинство, да, вот такого плана, что как завеса, да, между неверующими и верующими. Возможно, у кого-то также есть какие-то примеры, вы можете с ними делиться также.